Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут стало известно, что Qualcomm Snapdragon 660 оказался мощнее, чем Snapdragon 810. В прошлом году в сети появились первые подробности о новом процессоре среднего класса от Qualcomm Snapdragon 660. Согласно имеющимся данным, чипсет будет производиться по 14-нанометровому техпроцессору Samsung FinFET LPP и получит 4 ядра Cortex-A53, работающие на частоте 1,9 ГГц, и 4 высокопроизводительных ядра Cortex-A73 с максимальной частотой 2,2 ГГц. Также в структуру Snapdragon 660 входит графический ускоритель Adreno 512 и LTE модем Snapdragon X10. Процессор поддерживает оперативную память типа LPDDR4X с частотой 1866 МГц и быструю флеш-память UFS 2.1. Теперь стало известно, на какую производительность стоит рассчитывать владельцам устройств на Snapdragon 660. Согласно попавшей в сети фотографии тестового устройства на базе Snapdragon 660, данный чипсет набирает в бенчмарке Antutu свыше 105 тысяч баллов. Для сравнения, флагманский процессор Snapdragon 810 2015 года выпуска в этом же тесте демонстрирует около 80 тысяч баллов, а прошлогодний Snapdragon 820 порядка 140 тысяч баллов. Первые устройства на Snapdragon 660 появятся позже в этом году.